Господа, добрый вечер. Мы приветствуем вас на концерте, посвященном дню рождения Московской консерватории. Праздничные фанфары прозвучали в исполнении брас-ансамбля под руководством доцента Ярослава Белякова. Под ваши бурные аплодисменты брас-ансамбль покидает сцену. Спасибо. Молодцы. Ну а наш вечер, по традиции, откроет церемония вручения наград Московской консерватории. И первая, и самая важная, золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна. Ею награждаются выдающиеся выпускники за беззаветное служение Московской консерватории и за вклад в сохранение традиций и развитие отечественной художественной культуры. Медаль была учреждена Московской консерваторией в честь 150-летнего юбилея и с тех пор вручается ежегодно, именно в этот день, 13 сентября. Лауреатами золотой медали становятся профессора, педагоги консерватории, посвятившие «Альма-Матер» 40 и более лет, имеющие особые заслуги в воспитании молодого поколения музыкантов и получившие широкое признание профессионального сообщества. Имена лауреатов буквально вписаны золотыми буквами в историю консерватории. В фойе малого зала вы можете увидеть их на мраморной доске. Золотой медалью имени Рубинштейна были награждены в разные годы Геннадий Николаевич Рождественский, Сергей Леонидович Доренский, Наталья Николаевна Шаховская, Элисо Константиновна Версаладзе, Елена Борисовна Долинская, Владислав Германович Агафонников, Валерий Сергеевич Попов и другие выдающиеся профессора, безусловно, достойные вашего уважения, дорогие друзья. Золотая медаль имени Рубинштейна выполнена и предоставлена ювелирной компании «Галерея Михайлов». Для награждения на сцену приглашаются ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов и лауреаты 2024 года. Народный артист России, профессор, декан оркестрового факультета, заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории Владимир Михайлович Иванов. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Абхазия, ученый, педагог, заведующая органной мастерской Московской консерватории Наталья Владимировна Малина. Музыковед-фольклорист, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории русской музыки Московской консерватории Нина Михайловна Савельева. Доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории Светлана Юрьевна Сигида. Александр Сергеевич, вам слово. Добрый вечер. Очень радостно именно в день рождения консерватории видеть на сцене Большого зала тех, кем консерватория гордится, тех, кто передает эстафету поколений от полученных своих учителей к тем, кто учится у них. Я должен сказать, что те, кто получает на протяжении вот этих уже 8 лет эту награду консерватории, очень многие, ну, не скажу, избалованы судьбой, таких у нас нет, но тем не менее они имеют в своем активе уже очень много наград и государственных, и отечественных, и зарубежных, и общественных. И вот среди всех этих регалий, они, это я могу с полной убежденностью сказать, особо ценят и чтут вот эту награду, награду имени Николая Григорьевича Рубинштейна, потому что она вручается на основе выдвижения кафедр и факультетов, а окончательное решение принимает ученый совет консерватории в итоге тайного голосования. То есть это абсолютно объективное признание заслуг
тех педагогов, которые посвятили, ну, практически всю свою жизнь Московской консерватории. Вот поэтому и формулировка «за беззаветное служение Московской консерватории». Ну и, конечно, очень приятно, что эта золотая медаль тоже стала традиционно вручаемой, и член попечительского совета Московской консерватории Михаил Георгиевич Сосонко, это всем известная ювелирная галерея Михайлов, каждый год предоставляет нам вот эти 5 золотых медалей для вручения лучшим из лучших. Ну, помимо этого, не меньшая, конечно, радость заключается в том, что на лестнице малого зала консерватории каждый год появляется новая мраморная доска, где еще 5 фамилий золотыми буквами продолжают ту знаменитую галерею, которая была начата еще в 19 веке. Но разница только в том, что мы имеем возможность поздравить тех, кто получает эту медаль, пожать им руки, обнять, а не просто вспомнить историю и отдать должное тем, кто при жизни этого не почувствовал. Это, конечно, очень большая радость и очень большая возможность отдать должное нашим современникам. Ну и маленькая деталь, но тоже приятная. На кредитную карту падает 600 тысяч. Это премия, которая сопровождает вот эти приятные события. Ну и сегодня как раз те, кто стоит на этой сцене, уже были представлены. Я позволю себе тоже немного комментировать эти события, поскольку впереди у нас концерт. И сразу могу сказать, что концерт тоже становится традицией в этот день. И традицией становится присутствие на сцене нашего замечательного коллектива симфонического оркестра, который был создан Геннадием Николаевичем Рождественским, первым получившим вот эту самую медаль Рубинштейна. И этот оркестр известен сейчас уже далеко за пределами не только консерватории Москвы, но и России. Это действительно замечательный оркестр, в котором воспитанники Московской консерватории, все, которые ее закончили. Ну и солистов тоже выбираем, естественно, имея возможность многих пригласить. Но в этот раз мы пригласили замечательного музыканта, который родился в Америке, и он гражданин Соединенных Штатов Америки, но это истинно русский по духу человек, поскольку вся его творческая жизнь протекала здесь. Это Энджел Вонг, лауреат 2-й премии конкурса Чайковского, 1-й премии конкурса Рахманинова, это только последнее его достижение. И мы всегда представляем, конечно, профессора, который его воспитал, это Наталья Владимировна Труль. Ну и, конечно, сейчас, когда уже пойдут награждения, предоставим слово диктору, пожалуйста. Дамы и господа, приступаем к церемонии награждения. Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Владимиру Михайловичу Иванову. Владимир Михайлович, вот к этому микрофону. Я уже знаю, здесь специальный микрофончик для нас. Дорогие друзья, спасибо большое всем, кто сегодня битком наполнил этот зал. То есть день рождения Московской консерватории является очень важным событием не только в жизни самих консерваторцев, но и всех почитателей музыки и вообще искусства в нашей стране. Награда, наверное, самая важная, потому что ты ее получаешь в тех стенах, которые тебя воспитали, ну, по существу просто родили тебя как музыканта. И когда ты проводишь действительно всю свою сознательную жизнь здесь, ты понимаешь, что ничего дороже этого заведения у тебя в жизни нет. И это большая честь быть не просто удостоенным награды какой-то, то есть благодарность, а это честь вообще находиться здесь. На этой сцене, вообще это святая сцена для меня тоже. Я еще выходил на нее в отчетных концертах практически с детских лет, а в
1966 году в одном из концертов, посвященных столетию Московской консерватории, я выступал здесь впервые с симфоническим оркестром. Я очень благодарен всем своим коллегам. Спасибо, Александр Сергеевич, за поздравления, за добрые слова. Спасибо, что консерватория есть такая, как она есть. И я желаю всей консерватории дальнейшего процветания. И даю слово, что пока силы есть, я буду ей верен до конца. Спасибо всем. Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Наталье Владимировне Малиной. Не могу не уточнить, что у этого органа, который сам памятник федерального значения, находящийся в памятнике федерального значения, коим является большой зал, есть хранительница, есть его, можно сказать, мама. Вот она перед вами. Ну и помимо того, что, конечно, это прекрасный педагог и концертирующий музыкант, так что все при ней, пожалуйста. Сегодня такая награда, потрясающая, совершенно неожиданная несколько. Конечно, это просто маленький шок. Но я даже не могу этот шок рассматривать как относящийся именно ко мне. Потому что если мы возьмем вообще историю развития органа в России, когда он появился с 10-го столетия, его путь был очень-очень трудным. Мне пришлось заниматься уже инструментом где-то 67-го года, и у меня на глазах произошло довольно большое развитие. Я считаю, что вот эта вот огромная, так сказать, награда, это, в общем, такая поощрительная ступень того пути, который орган у нас прошел, проходит, и я думаю, что будет продолжать развиваться. Потому что, когда я была студенткой, было где-то 2 концерта в месяц приблизительно. Было где-то человек 5 в стране, которые могли как-то нажимать на клавиши органа. Сейчас у нас около 100 исполнителей в стране, у нас огромное количество инструментов. И эта работа и моего, так сказать, дедушки музыкального Александра Федоровича Гедики, конкурс, имени которого закончился успешно. У нас появились новые лауреаты, новая поросль, которая довольно сильно и довольно ярко показывает исполнительскую нашу школу. Консерватория, и Александр Сергеевич нам очень помогает в этом. У нас было когда-то совсем не так много инструментов. Сейчас у нас 6 органов в консерватории, 3 концертных, 1 французский большой исторический инструмент, который сохранился единственный в таком роде в концертном зале. Это орган мастера Аристида Кавае-Коля. У нас есть необарочный орган в баховском стиле в малом зале консерватории. И есть маленький совсем орган, 10-регистровый, камерный, в белом зале консерватории имени Мясковского, где у нас проходят концерты. Когда я была студенткой, проходила приблизительно 2 концерта в месяц. Сейчас у нас, и я этому очень рада, очень благодарна, и благодарна коллективу консерватории, который чувствуется, что они не просто помогают, а что они любят орган. И вот эта вот любовь к органу, она стала очень ярко проявляться. И все играют, и трубачи, и скрипачи, и хор, и оркестр. Все стремятся играть с органом. И я очень надеюсь, что много-много-много лет еще будет продолжаться развитие это, и орган будет служить делу добра, света и мира. И желаю всем приходить на концерты и получать такую радость. Спасибо.
Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Нине Михайловне Савельевой. На открытии консерватории в 1866 году Адоевский Владимир Федорович сказал хорошие слова. Он назвал народную песню «Народной святыней» и выразил надежду, что воспитанники консерватории, той самой вновь открываемой консерватории, вооруженные фундаментальными знаниями, которые дает консерватория, соберут со всех уголков России народные, подлинные народные песни, и тогда у науки появится возможность извлечь теорию из самих этих напевов. Но это было в 1866 году. А спустя 100 лет мне посчастливилось стать именно таким воспитанником консерватории. Я ее закончила в 1966 году. Но еще раньше я начала собирать народные песни, посвятила этому всю жизнь, и счастлива, что вот мне довелось эту работу сделать, и я благодарю консерваторию мою родную за то, что она дала мне возможность исполнить вот эту вот работу по собиранию. Собрано тысячи песен. Изданы пластинки, компакт-диски, сборники песенные, книги написаны. То есть вся моя жизнь, смысл моей жизни заключался вот в собирании песен, а потом извлечении из самых напевов его теории, как это и нам велел Владимир Федорович Адоевский. Я благодарю мою родную консерваторию за вот эту мою судьбу, за то, что она меня всегда поддерживала в этой моей работе, давала возможность мне ее исполнить. Но эта работа не закончена, она не закончится никогда, потому что пока жив народ, он поет. Песни всегда есть. И на нашу долю остается записывать и записывать, а потом извлекать и извлекать из этих записей их теорию. Спасибо большое. У меня работа продолжается. Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Светлане Юрьевне Сигиде. Спасибо. Добрый вечер. Для меня очень важная, большая такая честь получить эту высокую награду из рук ректора консерватории Александра Сергеевича Соколова, с которым мы вместе учились в консерватории. И я очень благодарна, что эта золотая медаль вручается именно в день рождения моей консерватории, которая для меня является родным домом. И, конечно, первое, я должна поблагодарить своих профессоров и преподавателей, у которых я занималась в консерватории, и в дальнейшем я была сотрудником этой кафедры зарубежной музыки, и поэтому я благодарю, конечно, и своих коллег, и также хотелось бы поблагодарить и зарубежных консультантов, поскольку я занимаюсь музыкальной культурой зарубежных стран и была в разных странах в командировках, и у меня были там также консультанты, которым я тоже благодарна. Я очень благодарю своих коллег по кафедре, которые помогали всегда в работе, во всех научных изысканиях, и особенно заведующему кафедры Михаилу Александровичу Сапонову. Ну и, конечно, вся моя трудовая жизнь прошла в консерватории.
И здесь я была свидетелем очень многих событий, мастер-классов, встреч, и такие вот крупные события, как совместные выступления симфонического оркестра Московской консерватории и других стран, Кореи, и Америки, Германии. То есть очень много было таких совместных выступлений. Особенно запомнились и оперные постановки на сцене Большого зала консерватории с участием зарубежных консерваторий и нашей. И вот как раз микрофон. Я прошу прощения, я просто не привыкла говорить в микрофон. Так что я благодарна и тому, что я смогла продолжить музыкальную семейную традицию моего деда Алексея Акимовича Чудова, который закончил консерваторию в 1913 году как скрипач у Яна Гржемали и Георгия Дулова. Для меня это очень важно. И далее его младшей дочери Татьяны Чудовой, Татьяны Алексеевны Чудовой, и я, это уже внучка его, с Таней мы вместе учились, она композитор, профессор тоже консерватории, и мы фактически с ней с 1969 года работаем вместе. Татьяна Алексеевна тоже получила эту медаль, на эту же сцене, так что это действительно династия продолжилась. Спасибо большое. И все наши дети тоже музыканты. Еще я хочу, конечно, несколько слов сказать, что я очень горжусь выпускниками консерватории, которые занимались в моем классе по истории зарубежной музыки. Ну, во-первых, это были и певцы, и скрипачи, и оркестранты. И вот здесь на сцене сидит, конечно, несколько тоже моих бывших студентов. Вот. Особенно я могу сказать, что очень много певцов, которые занимались у меня, и сейчас это выдающиеся певцы разных театров мира. И декан нашего вокального факультета Петр Ильич Скусниченко – это мой первый студент. Вот. Ну и также, конечно, очень много интересных событий. Это была очень насыщенная и интересная жизнь в консерватории. Поэтому мы особенно яркое, может быть, скажу два слова, что здесь была премьера оперы Дебюсси «Пелляса и Мелизанды» в 1987 году. Силами студентов Парижской и Московской консерватории, а оркестр был Московской консерватории. Да. Все. Так что я благодарна. Я желаю процветания моей консерватории, в которой я училась и работаю до сих пор, и постараюсь приложить все свои усилия, чтобы в дальнейшем продолжать свою научную и педагогическую работу. Дамы и господа, также золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна присуждена заслуженному деятелю искусства Российской Федерации, доктору искусствоведения, профессору кафедры истории зарубежной музыки Людмиле Михайловне Кокаревой. Мы обязательно передадим награду Людмиле Михайловне. Я думаю, что поскольку все снимает наше профессиональное телевидение, то Людмила Михайловна не только от нас узнает о том, что она сегодня заслужила аплодисменты, но мы ей, конечно, подарим эту запись, это тоже будет ее семейная реликвия. Ну, поаплодируем. Дорогие друзья, вы понимаете и чувствуете, какие наши профессора глубочайшие специалисты в своем предмете. Награды нашли своих обладателей. Пожалуйста, занимайте ваши почетные места в зале. Ну а мы продолжаем награждение. И сейчас будет вручена премия «Меценат года» имени Саввы Ивановича Мамонтова. Она учреждена Московской консерваторией в год 155-летия в целях возрождения и развития традиции меценатства, благотворительности и спонсорской деятельности в поддержку культуры.
Вручая эту премию, мы выражаем огромную благодарность всем тем, кто постоянно оказывает помощь и поддержку консерватории. Лауреаты получают диплом и памятную серебряную медаль, выполненную и предоставленную ювелирной компанией «Галерея Михайлов». В зале присутствует правнук Саввы Ивановича Мамонтова Николай Сергеевич Чернышов. Серебряной медалью «Меценат года» имени Саввы Ивановича Мамонтова награжден председатель попечительского совета Московской консерватории, специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Алексеевич Зубков. Но поскольку Виктор Алексеевич сейчас находится в командировке, и мы также воспользуемся первой же возможностью вручить ему эту медаль, эту премию именно здесь, на сцене Большого зала, я просто скажу в двух словах, что мне выпала большая честь и радость, работая министром культуры и массовых коммуникаций в правительстве Российской Федерации, как раз работать под его руководством. Он был тогда председателем правительства Российской Федерации, и уже тогда полюбил консерваторию и, собственно, очень многое для нее сделал и продолжает делать. Чтобы не быть голословным, ну, я думаю, что все здесь присутствующие понимают, что такое для концертного зала и для пианистов Steinway. Так вот, этот Steinway – это подарок Виктора Алексеевича как раз в те уже годы, когда санкции и всякие прочие каверзы в отношении России, ну, практически исключали такого рода возможность. Виктор Алексеевич обеспечил консерваторию возможностью на самом высоком уровне проводить фортепианные концерты, в чем вы, естественно, уже имели возможность убедиться. Поэтому еще раз повторю, что наша благодарность ему безмерна, и мы еще встретимся на этой сцене на одном из фортепианных концертов, где эта медаль будет ему вручена. И этот Steinway совсем скоро зазвучит. Наш торжественный вечер продолжается. Александр Сергеевич, мы благодарим и вас за поддержку. На сцене концертный симфонический оркестр Московской консерватории, художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин. Глинка, вальс «Фантазия» к 220-летию со дня рождения композитора. Дирижер Анатолий Левин.
Рахманинов, «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром. Солист, лауреат международных конкурсов Энджел Вонг.
Thank you.
Римский-Корсаков, испанское каприччо к 180-летию со дня рождения композитора. Альборадо, вариации Альборадо, сцена и цыганская песня, астурийское фанданго. Дирижер Анатолий Левин.
Thank you.
Дамы и господа, в завершение программы концерта Луиджи Денца неаполитанская песня «Качели». Обработка Николая Андреевича Римского-Корсакова.